тут панелька очень большая над этим. Зачем украл кольцо на ебало, падла? Док хорош. О! Куда вот под мне, блядь, стоять? Нахуй, я его сейчас одену, нахуй. Надевай. Пойдем его голову набить. Размер кнопок, ну-ка, 20. Ебать мало. 25. О, 25 сойдет. Чего вы, блядь, обмен кидаете? Отдавай. 30 тысяч кольцо отдам, парня. Волтран. Что, давайте руки не будем убивать. Тело сыграем. 30 тысяч кольцо, и я вам отдам, парня. Давай, ты мне как раз торчи 150к. Дай колечко, ебаные. Там типа в долг как раз идет, но я тебе минус 20 дам. Ну, кидай долгу, я кину тебе кольцо. Не, ну типа минус 20к я тебе дам, ты типа мне теперь 130 должен. Ладно, и вы не дайте мне кольцо. Сумнете там. Ты последний порол, кажется. Даже если бы я не ролил. Вообще второй. Ну ладно. Давайте обезоружим, сделаем мне чего надо, напарник. Пойдем. Ставьте шкаф. А мне надо руки не убивать. Нахуй тебе руки не убивать. А мне похуй. В смысле, так безоружен? Может, от чего безоружен не снял? Ну, а безоружен, это значит две руки убить. Ну, а руки не убивать, там есть уже чего? Нету этой ачивы в славе. Я говорю. Нету этой ачивы в славе рейдера. Ну. Ну да, нету. Так а зачем ее делать? Все, блядь, за безоружие не делаем. Типа бьем пузо и руки и нормально. Ну, руки добиваем, когда 30%. Ну. Ну. Сумоньте, блядь, быстрее. Ну, в смысле отменено. 30 тысяч не вижу его с твоей стороны. Ты мне должен 150к. Вот. И должен эти 150к. Ну, о, вот мне хан предлагает хотя бы голдешку. Ну все, я тебе кину этот. Хаосболт ебало. Давайте аукцион. Начальная ставка 500 голды. Да, сейчас прям разбежал. Не буду. 501 раз, 501 два. Вы опять 3 хила? Да сука, вы заебали. Я долго миссить буду? Да потому что долго стоим, тупим реально. Вы много разговариваете, пацаны, бейте. Давай, иди сюда, Варен, забирай за 501. Так, у нас там док кольцо продает, отличное. Ваши... Да куда ты двигаешь? Ваши 501. Так, ставка принята. Руку бейте, алло. Сука, наебал. Ебать, ты гений. Вы чё, блядь, гении, блядь, не бьёте? Руку бейте. Да вон Гафурик стоит, бьёт, ебать, тело стоит там. Я, конечно, всё понимаю, блядь, но мы вообще-то договаривались на 2 часа. Вообще-то я бил руку, если что. Бил руку, ну ладно. Руку все, блядь, быстрее, там БР последний. У меня Фурику не обязательно поворачиваться к руке, можно прям так бить. Там другие, блядь, волоёбы нахуй на РДД. Руку дальше не играйте, пожалуйста, нам обезоружие надо сделать. В руку не играйте, а в смысле не играйте, а если там людей схватят, и они умрут. Я убил в руке. Какой тебя в руке убило? Ты, блядь, прыгнул вниз, алло, блядь. Какой вниз? Прямом, ты внизу валяешься, алло. Ну я не спал, потому что я там нашел. Когда ты в руке вздыхаешь, тебя выкидывают сюда. Пойми это. Ну, когда я летел, я нажал эту тему и упал вниз. Трупом. А, ебать, ты гений. Выбить, ауга. Тут в руку до конца не доигрывайте, нам еще вторую руку бить. Все, стопнули по руке нахуй. Играем, еще 10% тела. Пиздец, мечи какие-то, блядь. Алло, зачем вы руку бьете? Хватит кливать. Бейте вторую руку, похуй на мага. Ебать. Похуй на мага, бейте вторую руку!
Да, верно, блядь. Куда мы попали? 200 тысяч. 200 тысяч в другой руке. Бейте вторую руку, быстрее. Две секунды. Одна секунда. Все, красавцы. Ну что, чего сделать? Пойми, если тебя бы не выбивали бы, просто там бы закливали бы. Одна секунда осталась. Чуть я знаю, от чего я сдох. Я летел в какую-то стену, потом прыгнул и упал. Фу, ебаный. Ничего поворовано, я лох. Короче, за угол встань. Ну, он посох возьмет. Просто упал. А убиваем или не убиваем? Давайте ее там, там же на ачиву что-то надо сделать вроде с ней. Не-не-не, ачива нам уже не нужна. Не-не, аури. Аури тоже нужна. А мне нужна. Отойди подальше, шаман. Уйди подальше на 30 метров. А, давай. Давайте не будем убивать ее мобов. Да, давайте ее вообще не будем убивать, парня. Нам нужен Хадир. Форем, Фрея, Мирон и идем, блядь, на йога сразу. Ебаться. Да давай убьем. Да у нас есть такая. У нее две минуты будет, блядь. Че у вас? У нас такая же есть. А у меня нету. Ну повезло, значит. Док, мне ты нужнее. Че колдуну там пообещал? А? Ты че колдуну пообещал, он с меня теперь требует 30 колдун. Ну, я ему за 500 одну продал. В колечко. Он башки отбивает. Ладно, он бесплатно, он мне его забрал. Ничего не отдал. Бля, гений нахуй. Я нажимаю принять, а он нажимает колду убрать. О, красиво. Пойдем к шатницу пить. Котов не бьем. Я бля сейчас их нахуй в Африке аспектно заклеивать стол. Ну, так давай. Давай. Типа доспех. Я не сделаю так? В смысле, сделай. Не надо клеивать, блядь. Не надо. Короче, все, я в Африке. Хочу в Африке уже поиграть. Хуй Африка. Пойдем, пойдем, пойдем кошатницу бить, алло. Уходи. Блять, у меня, короче, панельки нет одной. А нет, да какая в пизду кошатница, она на километр отсюда еще. А? Так, значит, собаку призвать надо. Нах тебе эти ачивы, блядь, ты что травишь, что ли? Ну мне нравится. Удовольствие получаю. Нам тоже не нравится. Так, мне нужно вот этот баф вынести. Вот этот баф вынести. И еще одного питомца вынести. Пойдем кошатницу, потом ходим. Саньте сюда. Может, не валяем аспектнуться лучше? Ага, и мы сдохнем. Скажите кто-нибудь, пожалуйста. Лучше сова аспектнуть. Я не понял, а у нас сова из... У нас эрдру! Да, эрдру, это сова. Ай, ебать. Я не понял сова. Бейте босфорус. Уже клеивает, блядь. Ну, потому что у вас, блядь, этот... У вас, блядь, фурик. Да, это я и говорю, не, я не клеиваю, я специально не бью вторым ударом. Начни бить.
Ну сама, да, не спекнусь, на пиздец, да. Да куда вы уже сносите, пиздец? Это нормально. Под конец боя не как раз дох. Ну, один спекнулся. Один спекнулся, по пизде все пошло, да. Так он не спекнулся, я понял. Не уроните. Куда он спекнулся? Он нихуя не спекнулся. Ну это имеется в виду сдох. Ну когда жил, он тоже не спекнулся. Да, пацаны, не убивайте котов, а? Блядь, мне каски надо, короче, не хочу играть. Кас бейте. Ну, понятно. Иди нахуй своими ачивами. Вот только время тратим. Убишь косы, это, без кошки ачив. Просто убьем мобов? Да нахуй вам эти ачивы, ебаный. Ну, так... Все равно, блядь, славу рейдер сегодня не сделать. Успокойтесь. Можно либать, это, блядь, игра, это... Вообще, в очко идите за своими ачивами, блядь. Шептори мог. Согласен, пойдемте Хадира, нахуй, захуярим. Похуй на эту кошатницу. Какой нахуй логовом у нас, блядь, кошатницу прохилить не могут. Эй, бонус, он умирает, то хилит. Кто-то спекается во время пула. Вы что там, блядь, медитируете или что, блядь? Стоим в ФК. Сюда в кашить пришли, блядь? Конечно. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Станьте под босса, сова, блядь. Бейте этих котов, блядь. Почему вы в босса играете? Да я держал котов нормально все. Держал, блядь. Трое упали. Бейте уже этих котов. Чё там мутите? Нихуя, блядь, занимаемся. Я сейчас слину нахуй. Мы куда собрали. Чё, ачивы хотите? На нахуй, визгом 30 тысяч. Ходите, заебались это. Дезеца били? А где Дезеца? Мы с Дезеца били. Нет, нет, у него труп под боссом. Ну, на первом филе сдохли все. Пошли прыгать, мобы. Ну, мы же котов не бьем. Бьем мы котов. Так они живые, фера. О. Ну а че вы их не били? Так я и говорю, котов не бьем. Поэтому и сдохли.
звонить. Так, короче, сейчас. Так, у меня вашка включена. Что ты мне там скидывал, кстати? Так, где на Викауру? Типа это как у тебя, да, стоят они? Давайте не обожрёмся, пацаны. Это будет красиво. Поехали по посаду. Блядь, сейчас. Блядь. Ковзя лечь. Как, блядь, боссов нервит, вы еще без мозга становитесь. Всякую хуйню делаете, блядь. Блядь, ну можно и масс застать. Пахи, чё с пристасом она? Я спулил, она не пила, ничего не бафла, еще только сбегал по лестнице. Тайтинер хотя бы пули. Зуаки, Нинер, Кристо. Шаман ты прямо. Да ты им трепет, если что, убивать может кошка, смотри. Я бегаю там же. Кошки стан, кошку залить и отвезти босса. Надо, не там же. Она косты кикает. Отводите, босс. Отводите оттуда, там ложечки появятся. Не обновлю что-то, сука. Тремор мать здесь был. Все, короче, блять, я вот есть. Кошки стан. Вообще любой стан кошки. Бить босс. Только у тебя тут стан есть. Да я сдох. Ну, мы видим. Я уже давал. Я с третьего трава смогли, парни, красавцы нахуй. Пиздец нахуй. Прогресс, ебать. Блять, а вам не кажется, что кошатницу апнули скрытно нахуй? Угу, блять. Не просто тупость апнули нахуй в мире, блять. Скрытно, блять. Люди нахуй боссов порезали в 10 раз нахуй. Они их не убивают, а вайпаются, блядь. А куда, кстати, подписывать? Таймеры, типа, или все? Куда это им подписывать? Я сейчас, нахуй, видел, как танка 40 хп, нахуй, нагибали эти кошки ебаные. Такого, нахуй, быть не должно, блядь. Где ты видел? Вот только что ходил. Они его просаживали просто пиздец, нахуй. Это где, 25-ка или 10-ка? 25-ка. Одного, наверное, танка, да? Но. Ну, хилые долбоёбы, наверное. Заебись, упрыгнул. Я понял, бля, конечно. Конечно, вообще пиздец, нахуй. Я просто слов, блядь, нету. Блядь, бичи, сука, нахуй вы в сугроб наступаете? Нахуй вы туда отлетаете, блядь. Дай зубы, пожалуйста, на ДЦНО, бля, видишь, бьют. Все, уже не бьют. Ну вот то, что ты мне скинул, куда мне это кидать? Ну, а... Куда именно? Я не могу прочитать это заклинание. Да вы все хулите, весь трэш бит. Давайте сугробы заберем. Когда импортировать? Кнопка импортировать? Групп, текстур, тайминг, текст, икон, прогресс, бар.
Типа, а где эта кнопка импортировать должна? Сейчас я себя найду в. А, ну только команды, да, открывается это вот. Диспойте эту за выпуск этого пидора. Ну окей, давай нажму я икон. Вот эту хуйню бафнул на себя. Ладно, нахуй спать, короче, в пизду. Толк, завтра танчишь, да? Да. Сверху должна быть... Оп. У нас на пул-то есть завтра, не? Хуй знает. Да нахуя тебе на пул? Я вон кару без на пула прошел. Блять. Видимо, старенький ВК или кару. Нихуя нет. 6 часов танчил, нахуй. Ты кем? ДКшка. Манхолики, поди? Ну, почему бы так? 6 часов, что-то хуёво ушли, блядь, на ринах. Да хули там трэш били в 3DD, нахуй, постоянно. Чё за хуйня? Ну, ФКшили, блядь. Тараса, блядь. Так, хорошо, ладно, сейчас. Прогресс. Сейчас так же ФКшили. Тут тоже так же. Ну, блядь, он там, блядь, макросы делает. Юрмунгара сами танчит, я рот ебал. Ой, гандоны, блядь. Наши причём, да? Это наши причём, да, пацаны? Да. Да хуею, блядь. Позорился перед пугами, ебать. А, вы с пугами еще пошли? А верно, блядь, привёл. Пафыкашил, привел Юрмунгару, блядь, ГЦ, блядь. Блядь, короче, я не знаю, какую-то ВАшку настраивать. Я нахуй завтра пафыкашу, нахуй, все. Я, блядь, АФКшу буду брать, когда ты будешь лайкать, нахуй. Давайте, блядь, чёрт, дайте два имера, нахуй, ГЦ, пойдёмте. Я съёбываю целый день, блядь, волшебника. Босс запустился, что-то. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Да вы уже 20 раз обосрались, да. Мы так ошать не стреляли. Вот, чё, да? Не бьем, блядь? Лиздышку, блядь, вот она нахуй. Да нахуй надо в босс играть. Сейчас луч появится, будет. Сейчас. Я замороженный, мне похуй. Ну, кто захотел, тот подбежал. Сам не подбегай. Где лучи? Вот лучи. Помнишь, блядь, фильм «Няньки»? Помнишь, не? Есть такой, да, прикольный. Ну, там, короче, был это... Наверное, сидели вечером, телек посмотрели, блядь. Один, короче, вяжет такой, блядь. Второй, блядь, попкорн жрет такой. Такой, блядь. И там этот... Крутой вокер, блядь. Какого хуя я отлетела, во, блядь. Почему 13% нет на боссе? Блядь, отлетела. Сдохли. Нахуй вы этого днаря с собой взяли, орёт только сидит, нахуй. На нахуй, мили-атак, а нет. Единое дуновение 27 тысяч. Дуновение? Они не хотят хилить, да? 27 тысяч, я доебал. Нахуй я её бомжи, блядь. Ну меня... А, меня мили-атака, короче, убила, забей. Меня мили-атака, как обычно, убила, забей. Не, афлики на этом боссе ебать срывают без таланта. Надо просто таланты загонить и перекинуть в этот... Срыв агро. Интересно, как Африка убила нахуй Акай? А? Ну босс убил, блядь. Но. Ну, мили атакой. Ну, а кого хуя? Африка. Просто повернулся и дал пизды. Ну, знаешь, находили, когда ты даешь. Нормально. Сейчас нахуй обычку сделаем, блядь, ребята, нахуй. Лям еще бить, нахуй. Давайте, блядь, поднапрягитесь, блядь. 20 секунд осталось. Дайте БР, парни. Еще не обычка, еще гера.
Дайте дирафоны и бэкберри, я добью парня. Да на, на тебе. Ебать ты резко. Бать вы БР дали нахуй. Сейчас уже обычка будет нахуй через 10 секунд. Вы, блядь, БР дали. Сейчас просто обычка будет, представьте себе. Бать бичи, блядь. Это все от того, что дуновение не прохилили. Всем похуй, думали, блядь, заебись, два хила будет. Ну, потому что тотем не поставили, да? Да какой тотем, блядь, там надо было гимн на хп команды. Слышь, бомжи, лучше серьезно сейчас Хадира нахуй бы сейчас... схему убили. Уже в обычке все сделали. Уже в обычке вторые дуновения кастуют. Вы ебанулись, что ли? Два хп, 230-х из второго статика лежат. Паша, что за хуйня, что там у вас происходит, блядь? Мы хотели обдолго еще бить. Может быть это самое, мы разойдемся, да и все. Что хуйня какая-то звучала. Вас по-любому фаермак нахуй не намажет. Хуйня какая-то, ну пойдемте алголона потравим потом. На нахуй зиму закрыли. На, я ебал, типа, ну я не буду падать. Все, или зиму закрыли, да? У вас сова Элем есть? Нормальным пацаном. Ну, поездная хотя бы кольцо, не сюда. Сова Элем есть у вас? Ну, сова есть, но она издохла в начале. Я Хантер, понятно. Пойдемте алголоны, дай похуй, там пойдем спать. Какой пизду алголон, блядь. Ну, обычный такой, прозрачный. Я пойду на алголоны такими бичами, блядь. Нюха не соображаете, блядь. Никто ничего не командует. Тупорылые, блядь. Не, не надо. Чем не надо командовать? Чем командовать, если каждый должен сам знать за свой класс, когда что прожимать? Хотя бы присту Солчата, надо было сказать. Слышь, гимн дать. Это да. Говорит, Солчата, с ГГ ВФ, который убит 25-ки алголов, сказать. Ну у него должна быть голова на месте. Это, блядь, говорит человек, который от мили атаки умирает. Понимаю, нахуй. Я тут стою, как бы мобов хочу с пулей, где вы там дрочите, блядь? Мы прыгнули на Фрея. Ебать, вы с ума сошли, что ли? Алгу, я, блядь, за алгу. Нахуй Фрея, если мы уторим нам, блядь. Я Фрею за жезлом иду, и все, нахуй. Спать пойду. Ебать, ты гонишь? Вы гоните, ебать. До завтра, до проблемы. Короче, это, давайте, ну, или в другой раз как-то, или да, проходим до конца нормально. В другой раз. Ну, хуйня творится уже. Или все устали, ну, здесь никто не хочет. Пойдемте в Фрейзов, я парень. Хочу очень сильно. Так, ты, блядь, неинтересно, не ребята, блядь. Пойдем Фрей убьем и разойдемся. Мой афлик в вашем распоряжении. Мой афлик, ебать. Твой ДК нахуй в нашем распоряжении. Сейчас, блядь, ДК нахуй сегодня никуда больше не пойдет. Он и так нахуй 25-ку льду КД повешал нахуй. Пойдем с охуярем ебаную хуйню на дуре. Пойдем отдыхать. Там долго трэш чистит, пиздец. Ну вот я семечко покидаю нахуй в трэш. Че вам, блядь, долго его чистить? Если АФК что-то не будете, убьем трэш. Интересно делаешь. А чё, блядь, сервер, что ли? А, без напула. Нет. Хантер, ты где? Седый холм, я тебя понял. Куда я зайти не могу, блядь. Я тебя понял. Что за ухо делаете, пиздец? Бля, Слава, кого ты понабрал, нахуй? Я не набирал никого. Поверь, я тоже никого не набирал. Типа, я шел в рейд, где чел сами все должны делать. Типа, я... Зачем нам мне в прошлый контент ходить? Говорить, типа, ну. Ты понимаешь, его еще в два раза понерфят, один хуй здесь будет дохнуть, как бичи просто, блядь. Правильно. Типа, челы пришли просто поознакать кнопки, когда им сказали, и все.
Им не скажешь, они нихуя не будут жмякать. Я уже понял это сам. У меня есть чем думать. Кажется. Антох, я тоже в тебе не уверен. Я тоже сам в себе не уверен. Прок на 6%, я 5 порч кинул. По 2 тика уже прошло. Куда? Что там, помочь надо, что, не? Сейчас, блядь, ливнут какие-нибудь, блядь, те, кто спать хотят. Пойдешь. Потом еще X ходим, да. У меня выки, я точно такой пачкой не пойду. Другую как наберем. Ну точно, точно никаких хилов. Просто. Не, конечно, может DC еще и нормальный. Но это когда в 3 хила вы еле-еле выхилили, вообще пиздец. Смотри, я тоже так умею. Парни тупо по кайфу играют. Чего вы думали по кайфу? По кайфу мне сегодня. Мне сегодня Хава писал, как у вас там пиздец происходит, что за клоунада нахуй. Где? Ну, когда вы выходили. А тебе просто, не, я тебя скринить ничего не буду. Кэч. Походили. Ну, в кару и ходил Никита в один. На своего. Просто заебись было, но такую хуйтень. Чё хуйтень? Там вообще хуйтени не было. Мы все убили. Не, я про лут. А. Я по поводу этого. Только из-за этого. Да, пацанов чисто на триньку швырнули и чё? Не, про эту триньку, да, это тоже пиздец. Типа, пукс ГВП забирает триньку, ну... Сейчас четвёртый рейд будет ходить, хуля. Будет дамажить на шамане. А чё за тринька? Конденсатор. А кто забрал? Сам он вчера какой-то забрал. А вы когда гирейд собирали, почему вы Unroll нахуй один не написали? Никогда. У вас всего один пук был, получается, да? Да. Ну и? Пиздец, пукол. Один пук был, а он забрал самый важный шмот. Да, почему один Unroll? И вы что, не смогли кучу РДДшников сролить тренинг одну? Какую кучу РДДшников? Там было два лока, всё. Куча, каких Unroll'ов у нас не было их? Ну типа я 47 кинул, нормально, 22. Ой, пацаны, мне за вас обидно, нахуй, очень. Ну короче, мы за консоль идем. Хава сказал. Десятку на консоль идем. Короче, вы просто так сходили в кару, нахуй. Да, там еще два босса. Сферы купили. Кисти. Это точно про сферы сказал. Да я, телеяки. Ой, блядь. У меня аж сердце кровью наливается, но. Ну а чё? Да не, ничего. Ты бы ещё сказал эти фиолетовые рецепты полутали. С 50-го налоги полутали. Пойдем в остров. Мне интересно, кто сегодня Фрейю заагрит. Случайно. Бля, меня возьмете, я заагрил. Ну, блядь, ну,
Ты на приколе, что ли, там? Что там с Фрей падает? Тут мы его где-то хуяли. Жезл на меня падает. Опа! Нихера себе, что падает. Трэш. Жезл, я надеюсь, я, блядь, заберу нахуй. Авар, помоги мне. Я заебу подходить, не хочу. Параша Жезл, нахуй, чистой воды, блядь. Там на Лока такое говно бы вызвал, нахуй, не отдал. Я 2 месяца с ПВПшного бегаю. Ни на Дестрика, ни на Афлика, нахуй, ни на демона бы это я парашу не одел бы, нахуй. Вчера были в 25-ке, 2 выпало. 2, думаю, ну, блядь, мой день. Ну, ну нельзя же уже не сролить, когда 2, блядь. Хуй. Чё хуй? Не сролил. Квин, это когда в 25-ку ходили? Да. Гильдейская, забей, у тебя приоритет нет. Кольцо, кстати, работает в доме, и у меня нихуя не работает, вообще. У меня ни Tell Me When, ни Викаур, давай быстрее беги, сова. Так, короче, нам нужен тотем от огня. И листик на ханте. Так вот, видеть хотя бы как. Давай, иди, пуля. Что, с 25-ки топовый жезл падает, нахуй? Не-не-не, вот этот жезл с хитом еще. Блин, ну, помойки, блядь. Знаю, можно было сразу стоп-каст. Можно было сразу 3-го тела спекать, все уверен. ДЦ выбежал. Да, сыграли. АВР. Выбивайте. Когда нажимаешь тотем на шамане, говори, чтоб тебе гимн кастовал на ману. А он хуловый, а не хуловый. Ну, я просто говорю, что я просто ни разу этого не слышал. Так, сейчас трэш будет, 5 секунд. Стоп-каст. Трэш. Короче, я вводному потикаю. Вы Анар сыграли? Дар. Тут за приколюха я залагал. Повезло, значит. Каст тикнул. Ебать, тут что происходит. Играйте. Я в пизду вас пошел спать, нахуй. Мучайтесь дальше. У меня нет киева каста. Да. 30 секунд. Больше грозового сыграйте. Больше надо. Убивайте быстрее. Парни, аккуратнее будьте, там Дарафан, говорят, на лут кидает, но. Сейчас кину, проверяй на жезл. Сейчас трэш будет маленький. Дай Инир уже ДЦ. И тотем, подожди, не торопись ставить. Короче, я Инфернал призываю. А в мили сбежаться, чтоб... А, этот, нажимай гимн на ХП. Точно играется? Блядь, хватит, меня, блядь, три моба хуярили, убери, пожалуйста. По танкам залейте, там никого... Дар. Играйте, все, последний остался. Красавцы, вы прожили первый гол. Сейчас трэш будет 5 секунд. Что мы будем на второй раз делать? У нас два друида стоят в одной пати, типа. Пизда сейчас будет.
У меня инфернала уже нету. Никакого. Кидайте эти свои друиды. Дайте спокойствие. Ёлка. Ёлка далеко сзади. Я не ж на пати работаю, спокойствие. Ну да. Хотя бы одну пати спасти. Там войско всех спасло, блядь. Да, войско. Я думаю, что... Даю тотем. Давай гимн, прист. Татьяра, закидывай имя РДЦ. Дар, сыграли? Сопкаст. Котяра, выбежи. Я давно выбежу. Ты уже далеко. Все, ладно, последние три моба. Вы там можешь покикать каст? Я и так грозовому кикаю. А, ты грозовому кикаешь. Ладно, короче, один каст я кикнул, а Верн готов на второй водяного. Возьми его, хоп. Я пытаюсь помнить, что дота кирова. Стоп, каст. Сейчас трэш вылезет. Каст, два, три. Трэш вылезет. Был каст? Нет? Вы, блядь, сейчас водяного убьете. Больше потоплета, да хуя потоплета надо. Все. Дерево залить, потом босс. Лонгирует два ляма. Прибежали. Дерево. Ебать, здесь он взрослый. С меня снимите, попасть в корни. Прибежали. Прибежали. Цели похуй вообще. Дерево вон там растет. Так похуй, сейчас она отхилится и будет похуй. Будет похуй. Хуй, блядь, они тихо мне надо. Давай, жезл. Не властен надо мной. Как обычно. Взор снова ясен. Ебаная дырявая кольцо, блядь, падает. Герой. Бля. А. Нет, все нормально. Ну хотя прицеп для выбил. Это просто так шут. Ч
чё куда? Ну, смотря куда вы хотите, мне вообще похуй. Два хранителя, везет, ёп. Пошли, тварь. Что, бля, пойдём? Бля, трэш. Парни, извините, конечно, но меня нужно будет заменить. Кого нужно там заменить? Мага, выйду. У меня рабочий день закончился. Офис закрывают, выгоняют домой. Скажи, у меня есть участник, РТ закончил? Да, пускай подождут там, да. Вот вы будете 40 минут ждать, пока домой до беда еду? Нет, очевидно. Кикс у меня в пятой пати, может, вы будете траить полночи. Так мы точно не будем траить полночи, что угораешь, что ли? Это не Каражан, чтобы его траить, во-первых. До ночи я тоже не буду траить. Каражан будет. Похилите собаку, ну пожалуйста. Бля, пиздец, я лох. А там еще остались на Хадире, блядь, эти сундуки? Мы хрен не делали Хадира. Не-не-не, мне надо, блядь, печать с него забрать было. А, точно. Печать блядь. С Эмма. Блядь, точно. Точно, точно. Нет, где-то в киллботе. Сильно. Я тоже заебался. Не знаю, зачем мы согласились на эту хуйню. Я 100% знал, что это будет хуйня. Хуйтень на хуйтень. Я не знаю, зачем я ее вообще собрал. Нормально ульда была бы, если мы только стадиком бы пошли. Так, хуйтень полная. Ну, как в прошлый раз, залетели, за сколько, за 2 часа закрыли всю хуйню. В смысле, мы за полтора часа. Ну вот сейчас вот на данный момент 3 тела АФКшек просто вала идут. ДБСера функциональные. Просто хуйню. Ну, мы хуярим трэш. И также 6 часов в каре я просидел. Так же, блядь, было. Да мы знаем, как было. Я надеюсь, завтра такого не будет. У нас, ну. ДПСеры ебучие, блядь. Что, это ПЕшек, что ли? ПЕшек с трэша не падают. Нахуй. Пока мы бьем этих двух мобов, уже говори, кто там в комнату идет. Я, ты... Сова. Авиар. Сова, Ханта, Верн. А, без хилов идем, ну похуй, ладно. Сейчас. Кого же? Снову можно поставить здесь. Короче, шаман здесь. Сову оставляем здесь, очевидно. Для чего не знаю, что делать там, да. Пойдем разве. Нет, короче, пойдет ДЦ в комнату. Шаман останется здесь. Один трай время есть? Или будет нашу? Никого не ходить делать там ничего. Че, он еще КД вешает, когда тут никто не хочет играть. Короче, ДЦ, Хант, Мак, ДК и Лок идут веселиться, включать ХМ. А какой Мак? Какой Мак? Мак на арене. Ты же говоришь, маг в комнату идет. Ну, очевидно, маг, который маг. Что? Ну, Аверн, который заебется на. Очевидно, что не ты. Хильте ДК. Хильте ДК. Давайте угоните, конечно, блядь. Дай БР ему быстрее. Да нахуя? Хотя бы что-то. Я могу его просто резнуть, я не упаю. Уже не могу.
Он призрак. Приз, бери мобагом кого вот этого. Остальных убивайте. Ну как будто, блядь, спите нахуй на ходу, я хуй знаю. Не, многие спят уже. Я сплю на самом деле уже. Чел собирал рейд, я сплю, парня. Ну не охуенно. Да я человек-то прям. Просто такого тоже приумываю, да. Так. Бафы, пожалуйста. Сейчас вам быстро будет, нет. Да, иди. Нахуй они вам нужны? Аверн сказал, что у меня пиво продилось. Что? Аверн говорит, у меня пиво продилось. Нихуя не. Ну и не надо. Короче, нахуй вам эти нет. Делать не ищет. Сами знаете, что делать. Range 12 пишет, все у вас будет заебись. Сейчас подбегает этот Void, бафаем его, бьем моба, ДЦ бафает его, и мы идем в комнату. Все у вас будет заебись. Знаю, где постоять, стою где-нибудь. Что здесь постоять? Что, пошли, блин? Давай, отпускай моба, бафайте ДК, дай 8%. Восемь процентов дал? Дал, хорош. А что, маг ФФБ ты мне МК даешь? Ну он фан этот. Да, он тут. Вы аккуратнее, я вообще-то в ДБ. Тебе там этот что ли нахуй? Меня тут рубают уже, ты свалил домой. Так, направо, направо, направо. Что вы делаете? Что мы делаем? Меня застанет, я могу. Ну, а мы уже всех расчехлили. Так, налево перебивали. Давай, иди, блядь. Там что, удается ленточка, что ли? Понятно. Ну все, заебатое тренер. 132 спрэнг. Вот сиф получше будет. Все-таки. Монорез. А, ебать, кстати, а где моя собака? Она типа в клетку там упиралась, что ли? Я отправлял просто атаковать. Толстяк, ладно. Нет. Вопросов нету. Привод стен. Нет, кстати. Какая ленточка для ШП, я так не понял. Что там на арене вздохнуть? Ой, блядь, а угол упал. Все. Не выхили. Я в ДД же. Че, ебанули что ли нахуй? Что? Ладно, давай я остаюсь на рейде. Из меня идите. Можно ебать, это, блядь, не игра, это просто... Пиздец вы, блядь, мутите нахуй. Все, сорян, надо вов. Удачи вам. Все, блядь, я тоже рот ебал нахуй. Так что, блядь, пизду. Эту хуйню все. Блядь, если не на фул, надо было, блядь, сразу говорить, что мы не на фул. Залупа получилась полная. Я же не рассчитывал. Давайте, я тоже полетел на гурбашку. Нет, все полеты своим делом съебались. Да.